Всем привет! У меня сегодня жареная рыбка. Я разморозила скумбрию, порезала ее на кусочки, помыла, сначала почистила, теперь, значит, посолила, размешала ее. Вот они у меня готовы. Я приготовила муку, я обваливаю всегда ее в муке и потом жарю. Вот так вот она у меня жарится. Я еще ее не переворачивала. Сейчас немного поджарится, смотри, я ее переверну. Еще у меня есть вот такая рыбка, хек, тушка. Вот, я ее брала в венчик, тоже размораживаю. Хотела ее сначала пожарить, но что-то передумала. В общем, сегодня я пожарю скумбрию, а хек я, наверное, буду жарить завтра. Приложила я рыбку из мешка. В общем, хочу поставить наверх, на верхнюю полку в холодильник, чтобы мне ее снова не размораживать. Жарить я ее сегодня не буду, потому что это нам будет много. Вот, ну, в общем, поставлю в холодильник, пусть там стоит, а завтра я ее пожарю. Так я обваливаю кусочки муки. Каждый кусочек. Сейчас все обваляю. Жарю я на медленном огне. И так каждый кусочек. Для первой партии я пожарила. Вот такие вот у меня красивые кусочки поджаристые. Сейчас продолжу. Перевернула рыбку. Вот она у меня теперь жарится с другой стороны. Вчера достала малину из морозильника. И чтобы мне не ждать, пока она растает, я, значит, ее подогрела 2 раза в микроволновке. Первый раз подогрела, она еще не оттаившая была. И второй раз. В общем, я весь контейнер съела. Одна сама. В общем, еще достала вот. Из морозильника вот так вот она выглядит, малина. Это наша домашняя. Вот такой контейнер я ее положила. Вот растает, будем пожарила рыбку. Вот такая вот красивая вкусненькая рыбка получилась. У меня уже немного утащили. Вот, в общем, я пошла кушать. Приятного мне аппетита и всем пока-пока.